Так, 2271 год. Реп. Попробую, значит, такую тактику. Покров, когда дары свои будут предлагать. Ну, появится канал связи с покровом. И буду стараться сделать сохранение и... Так. Сделать сохранение и загружаться, пока не понравится мне, который эффект, который они дают. Кстати говоря, здесь чужие гамма. Даже никто не связывается с ними. Так, посла назначили, это закрыть. Звездные нити. Кстати, насчет гиперретранслятора. Я, по-моему, строил. Да, вот он. Причем мгновенный. Как он выглядит-то? Сейчас, наверное, второй можно будет построить. Так. Допустим, куда бы мне хотелось перемещаться? У нас планеты здесь есть. И заперт. Ну, в принципе, тут не заперты мы. Как бы вот здесь вот. Хотя здесь ничего важного особо нет. Я думаю, тут дальше строится. Тут исследовать. Надо, кстати, вот с этими всеми разобраться. Сейчас посмотрим, где флот у нас. Флот куда-то идет. Еще, кстати, починиться надо. Что такое? Кто это? Дрон-садовник. Чё себе. Значит, гиперретранслятор построим. Наверное, здесь. Наверное, построим. Так, стремление и какой-то у нас проект. Спасти выживших. Мы вроде как спасаем. Нет? Кто-то у нас туда должен лететь. А, да, вот он летит. Так, ребуч новый. Это, по-моему, корабль какой-то подбитый я ломал. И... В новый засадил его корабль. Так, значит... Гиперретранслятор давай. Приказов нет, здесь построим. Так, сооружение, гиперретранслятор. Так, ну лучше вот здесь где-то. Так, что по планеткам пройдемся? Так, планетарная столица, отлично. Все вроде есть тут. Деятельность. Ну, с городского района, я думаю, добавится. Плюс со столицы еще должны вот эти открыться. Потом посмотрим. Так, основные планеты. Колония 2. Строительства нет никакого. Куча ячеек. Надо подумать, что построить. В принципе, занятость у них пока не вся забита. Пыльные пещеры, комплекс изучения портала. Все, в принципе, есть в достатке. Так, ну в целом, что у нас по производству ресурсов, допустим? Где у нас там? Пылинки, газы. Вот кристаллов ноль. Почему-то.
Райский купол. Давай, что ли, для еды построим что-нибудь. Так, ну биореактор это у нас... Так, производит пищу. Нет, гидропонные фермы, вот пищу производят. Фермерских районов у нас тут нет. Кстати, у нас почему-то энергия в минус идет. Так, колония 2. И что нам тут построить? Давай, значит, включим в постройку районы энергетические. Один район остался. Ну, давай. Фермерский один. Раз это энергетический мир, 4 района тут у нас есть. И здесь мы поставим, значит... Что у нас вычислитель этот вольтаумский дает? Науку, наверное, дает. ТМС. В блага и исследования. Так, ну, для пропитания построим фермочку. Давай одну пока. Это у нас потребление, по-моему, какое-то выросло. Какой-то дебаф у нас. Так, ладно, тут пока застройки хватит. На столице у нас что? Так, улучшаем. Все застроено, в принципе. Ничего тут менять не надо. А тут еще не доросло просто занятость до вот этой вот фабрики кристаллической. Потом будет производство. Так, колония 1. Городской. Так, очищаются 2 квадрата потом. 9 районов построил. Что, строить еще здесь на металл или нет? Еще будет улучшение. Подождать, пока улучшение будет. Что там надо? А, и уровень роста мы еще можем менять. Ну-ка, что здесь? Здесь у нас один уровень роста. Так, ну давай изменим. Так, уровень роста один. Так, ну единство у нас прилично, что там? Давай до второго. До третьего он сколько требует? Ну-ка. Здесь у нас уровень роста второй. Давай до третьего изменим. Так, с ним давай до четвертого. Давай до пятого. О, пока. Пока не... Дальше не дает. Или больше не может. Так, уровень роста. Так, теперь колония 1. Тут первый уровень роста. Поставим второй. О, теперь единства мало. Ладно. Так, городской район, значит, строится. Это откроется ячейка. Построим строительство, короче, поставим ферму. Пускай будет ферма. Так, еще тут у нас планетка есть. Кстати, станция. Планетка есть, надо улучшать станцию. Так, улучшение галотеатров. Это планета с красными жуками у нас.
Так, ну я думаю, чтобы потом что-то строить, три райончика поставить. Вот, а здесь... Ну, давайте тоже на еду, чтобы дефицита не было. Потом, пока население дорастет до туда, потом полегче будет. Так, строительство забили. Теперь по кораблям. Кто что делает у нас? Этот гиперретранслятор ставит. Здесь космическую базу делает. Так, тут отдыхает. Можно ему, в принципе, научные поставить и пропуск сюда. Тут нити есть. Ну и расширяться надо. Так, тут у нас археолог идет на раскопки. Так, этот чё? Короче, строить идет. Здесь отличное место с раскопками захватил. И что, отправить ее сюда форпостик, наверное, влепить? После. А, подожди, у меня нет приказов, значит, давай форпост. Влияния хватает. По чуть-чуть расширяться будем. Так, теперь научные корабли. Этот на автомате. Шестой на автомате. Он у нас аномалию исследует, по-моему. Археолог на раскопки едет. Этот нет приказов. Так, ну я думаю, его надо поисследовать. Близлежащий здесь эфирный дракон здесь. Пускай поизучает систему пока. Новый спасать челнок идет, а... Пятый иной у нас на раскопках находится. Микровселенная. Все, снимаем с паузы. Так, какие-то чужие. Послы есть, назначаем. Какие-то эти гидры. Так, физику. Качаем, короче, всякую фигню. Коды там. Может, на автомат потом вообще поставить. Физику, наверное, на автомат поставлю. Упорядоченный сигнал. Пускай продолжают. Неизвестная флотилия. Так, нашли аномалию. Это у нас первый. Как исследует планету. Наверное, на автомат поставлю. Хотя нет, тут прыжковый двигатель. Прочность щитов. Потыкаю так тогда. Флотилия наша. Что, вся пришла? Надо посмотреть, что у нас есть вообще. По сплавам 9000. Все флоты здесь. Починить, что ли, их? Так, этот... Усилить. Так, пускай усиливается. Жестянички, чё у меня? Корвет, фрегат. Тоже пускай усиливается. Так, рейдер у меня, эсминец, крейсер. Давай так и назовем. Так, крейсер класса покинутый.
Какая в нем особенность? Зачем он нужен? Может его расформировать? Расформируем. Так, супер корыто. Караванный какой-то. Беспонтовый корабль. И на 5000 пускай строится. И улучшение поставим. Так, тут я титаны хотел строить. А, и верфи нету. Цитадель построится, построим. Блюститель, это что такое? Извлечение глаза шард было грязным делом со множеством ошибок. К счастью, гиганта хватает глаз, на которых можно попрактиковаться. Когда мы отбуксировали глаз в систему Светоч, произошло нечто поразительное и неожиданное. Глаз прикрепился к местной космической базе и начал интегрироваться в нее. Причина этого поведения неизвестна. Впрочем, физиология дракона остается для нас непостижимой. Слияние еще не завершено, но наши ученые считают, что если мы хотим следовать изначальному плану, процесс нужно немедленно прекратить. А какой план изначальный был? Так. Модификатор. Дальность действия сенсоров планеты. Так. Оторвать его, ну это странно. Удалить, стараясь не повредить. Не, пускай будет. Пускай глаз будет. Так, кто-то с нами говорит. Это какой-то торговец, Ксур какой-то. Добро пожаловать в корпорацию Ксура. Мы представляем конгломерат предпринимателей, ведущий свои дела из системы Тиким и специализирующийся на торговле. Как любят говорить у нас в корпорации, Ксура – это основа любой цивилизации. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вас интересуют выгодные сделки. Так, починились. О. Бессмертный правитель, представитель расы Реп по имени Войд, привлекает все больше преданных последователей в Реп, поклоняются как высшему божеству, и раздается все больше голосов в пользу того, чтобы Верховный Король навсегда возглавил наше великое государство, отныне и во веки веков. Могущественный экстрасенс, возможно, но бог вряд ли. Да устремится его правление в бесконечность и за ее пределы. Так, фанатичный авторитаризм. А у нас что был? Империали... А, меняет принцип. Ну а что, я не знаю, поменять? Пускай меняется, что? Давай меняем. Так, тут у нас что? О, опять переназначать всех, что ли? Верховный король. Ай, вот зараза. Ну ладно, давай. Кто у нас там был? Значит, министр обороны здесь был. Кто? Я и не помню. Ну, больше всего у этого... Платформы, значит, вместимость флотилии. Да, наверное, этот был. Потом здесь ведущий исследователь. Исследователь у нас был вот это бессмертное. Но она так и будет. Дальше. Государственный министр.
По-моему, вот эта бабенка была. Так, пускай. Здесь у нас кто был? Возвышение и рассказчик у нас был, по-моему. Давай возвышение. А кого поставить? Давай посмотрим. Так, для государственного советника. Пища. Выполнение программы. У остальных что-то признаков нет для государства никакого. О, а это что? Не, ну она вот она стоит. Для она две должности может занимать, но не знаю. Вот это, в общем, ставим. Это у нас где? Управляет реп. Так, эту ставим. И рассказчик. А это кто? Проповедник, телепаты, псионики, ресурсы. Может, этого поставить? Давай проводника поставим. Пускай кто-нибудь будет проводничком у нас. А кто будет? А, вот этот Кент у нас был рассказчиком, что ли? Так, он у нас какой-то флотилии. Суперкареты командует. Че у него есть? Вместимость флотилии. Поставить его, что ли? Так, у этого что есть? Че он там управляет? Колония 4. Стабильность. Так себе. Стабильность 4. Так, пища. Колония 2 управляет. Прирост опыта. Так, а у этого что? Темп исследований у него есть. Управление полями. И военная теория. Может, этого поставить? Пускай ученый будет. Ладно, давай поставим. О, какие-то прям вообще мега это, мега совет. Ну и все. Энергия в минус идет, это, конечно, скрежещущая сетка. По всей Луне. Так, переместимся. Хисселион 3А. Проложены крест-накрест, перекрывая друг друга, минеральные композитные полосы, которые удерживаются над суровой поверхностью при помощи высоких эластичных столбов. Эти столбы постоянно качаются от атмосферных ветров, а лежащие сверху полосы трутся друг от друга, производя звуковые волны на таких частотах, которые ребята не воспринимают. Ученый Винус Перфектс доложил о некоторых проблемах, связанных с отделением этих звуков от естественного фонового шума планеты, но также отметил, что при желании реп может демонстрировать и эффективно переработать минеральные полосы. Демонтировать, наверное. Да, демонтировать. Так, добавить исследования или минералы. Давай изучать будем. Так, нет приказов, а он у нас был что на автоматическом изучении. Так, что у меня там с флотилиями? Так, все еще улучшается. В анклав наемников превратить? Не знаю, не надо.
Так, буря. Буря звездной пыли. Сканеры зафиксировали космическую бурю и определили ее тип. Буря звездной пыли. Мы назвали ее гроза Машгирг. Эта буря вызовет разрушительные последствия в колониях и затруднит экстренные сверхсветовые маневры для флотилий. Настоятельно рекомендуем заранее принять меры. Такая буря перегрузит наши сенсоры, из-за чего мы не сможем обнаруживать флотилии внутри затронутых ею систем, а также замедлит космические перелеты. Но несмотря на риски, эффекты бури можно будет обернуть себе на пользу и повысить продуктивность некоторых производств, пока она не утихнет. Так, она у воды. Пускай у них пока будет. Так, планету изучил. И здесь у тебя аномалии. Две штуки изучаем. Раскопки. Вновь запустившийся комплекс. Укрепленный вход. Входное помещение обособленного комплекса на планете Ольберс-1С или С поражает своей невероятной прочностью. Оно определенно построено на века. Наружная сторона укреплена прочными броневыми плитами и экранами для защиты от радиации, а также снабжена целой системой атмосферных датчиков. Археолог считает, что такая конструкция способна выдержать даже предельно тяжелые условия. Результаты сканирования показывают наличие под землей огромного помещения, куда ведет цепочка гермодверей. Копаем, копаем. Оперативники эвакуированы. С Луны фланг 2А. Оперативникам корабля «Ребуч Новый» удалось эвакуировать всех выживших с места падения шлюпки на Луне фланг 2А. Оставшиеся обломки были уничтожены контролируемым взрывом, после которого не осталось ничего, кроме небольшого кратера. Его и обнаружат досветовые существа. Государство, где произошел инцидент, без сомнения обвинит в нарушении границы соседей. Мы надеемся, что это происшествие не окажет существенного влияния на его естественное развитие. Так, систему кто-то изучил. Так, кто это у нас? 4 из покрова. Давай сюда, изучай. Аномалий нет. Так, базу будут строить. Караванчики. Старый и дефективный. Наша космическая база в системе. Кослин докладывает, что флотилия, индустриальная флотилия Рэкет, приняла решение эвакуировать и покинуть разваливающийся корабль, который теперь находится на нестабильной орбите вокруг центральной звезды системы. Так, проект. Ну давай. Так, а кто у нас строитель может подмутить? Ребуч Новый, кстати говоря, без приказов. Куда его отправить? На какую-нибудь систему изучать отправим. Давай вот сюда. Так, и насчет проекта. Товарищ у нас не занят. Так, еще и этот не занят. Хотя им надо бы построить. Пускай строят. Ну а тут, кстати говоря, про ограничения по времени. Ну пускай он проект изучит. Так. Где это у нас база? Угу.
Так, пускай дальше улучшается. Поставим здесь. Ну что, ну верфь. И гидропонный поставим отсек. Пища производилась сразу. Так, тут какое-то голосование. Сенат на каникулах. Ну и ладно. Белый ад. Где это? Несмотря на то, что поверхность Цзишуй кажется замерзшей вследствие своей орбитальной траектории вокруг звезды планеты Цзишуй, кажется замерзшей вследствие своей орбитальной траектории вокруг звезды. Блин, два раза что ли написали? Так, Цзишуй 9. Она раскаляется до температуры в несколько сотен градусов. В обычных условиях лед на поверхности превратился бы в пар, однако экстремальное гравитационное давление, оказываемое ультраплотным ядром планеты, удерживает воду в твердом состоянии, в результате чего получается планета из жаркого льда. Вот это да! Так, еще аномалия у него там на очереди. Так, улучшенные корабли. Надо сейчас с кем-то повоевать. Так, буря еще появилась. Электрическая. Мы такие же видели. Так, где она? И она у нас в системе. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Чем-то попахивает. Так, Ребуч-1 обнаружил на поверхности Луны Цзишуй 10А продолговатый металлический ящик. Изучая группы мелких отверстий с пяти сторон, ведущая ученая, ведущий вынос Бессмертная, высказала мысль, что это не контейнер, а что-то типа устройства для распыления аэрозоля. Предварительные испытания, похоже, подтверждают его подозрения, так как от объекта до сих пор исходит остаточные ароматы. Запущен особый проект для установления факта, является ли устройство носителем информации, который был создан инопланетной расой, общающейся между собой главным образом посредством выделения и восприятия химических соединений, переносимых в атмосфере, то есть запахов. Ну конечно, это надо изучать. Так, разлом. Микровселенная. Нерождение. Нам удалось провести повторную поляризацию корпуса, и теперь экипажу не грозит даже самое сильное воздействие временного потока. Умы снова обрели ясность. Можно продолжать выполнение задания. Мы готовы полноценно изучать уникальные физические законы этой вселенной. Можно подлететь ближе к одной из местных звезд, чтобы непосредственно пронаблюдать за ее нерождением. С другой стороны, край реальности – более интересное место для наблюдений за окончанием времени. Так. И там 10 тысяч физических исследований. Ближайшая звездная система странна, а с... Ну, край. Попробуем с края понаблюдать, что. Так. Броня из дюрастали. Ну, давай. Нючим. Социологические исследования у нас на автомате. Так, чем-то попахивает. Это про ящик. Ящик и вправду является чем-то вроде документа. Как признала ведущая ученая, ведущий вынос Бессмертная, была надежда на то, что это исторические данные или архив, оставшийся от какой-то культуры. Но все кончилось разочарованием. Прежде
похоже, что на самом деле благоухающий ящик — это сборник довольно коротких рассказов, в которых запахи начинают быстро меняться ближе к концу каждой последовательности, что вроде как должно удивлять или создавать комический эффект. Технологии, примененные для хранения и воспроизводства конкретных запахов, представляют некий интерес, чего нельзя сказать о поведанных историях. У экипажа корабля «Ребуч-1» осталось неприятное чувство, что они невольно стали слишком хорошо осведомлены о том, как пахнут определенные газы, являющиеся побочными продуктами пищеварения инопланетян. Ведущий вынос «Бессмертная» не желает размышлять над тем, почему ящик оказался на этой адски холодной планете. Так, ну опыт получает. Ну хорошо, ничего страшного не произошло с ней. Так, куда теперь ее отправим? Так, это тут изучает. Давай сюда изучать. И, кстати, эфирный дракон у нас, по-моему, охраняет какое-то сокровище. Надо его хлопнуть. Так, пока ничего использовать не будем. Основана фракция. Партия гражданского повиновения. Ну и пускай. Пока ничего делать смысла нету. Кстати, давайте по станциям посмотрим, где у нас секторы, корабли, верфи. О, ну везде пока улучшение идет. Пускай. Так, приказ флотилиям отменен. Почему отменен? Так, а что с ним такое? Нет приказов. Давай-ка строй. А здесь... Давай сюда строить. А потом сюда. Так, библиотека, ух ты. Где-то раскопки нашлись. Надо быстренько забрать эту систему. Надеюсь, ее эти ребята не заберут. Ладно, давай пока. Пускай строят. Так, и тут вновь запустившийся комплекс. Это у нас кто-то исследует. Тут, а кто? Архео. Научный корабль. С археологом. Добравшись... Так, спасательное укрытие. Добравшись до внутренних помещений, археолог пришел к выводу, что этот комплекс — укрытие на случай серьезной катастрофы. Построенное много столетий назад неизвестной органической расой, так и не воспользовавшиеся им по назначению. Внутри мы обнаружили жилые помещения с запасами первой необходимости. Капсулы для сна, зоны отдыха и медицинское отделение. В ящиках на каждом этаже нетронутые запасы пищи, аккумуляторы и инструменты. И все это в безупречном состоянии. Остается последний отсек. Вероятнее всего, там располагается центр управления комплексом. 1000 пищи, 1000 энергии и товаров массового спроса. Так, а что у нас по лимиту? Так, лимит ресурсов по 50 тысяч. У нас, в принципе, все нормально. Только дефицит ужасной пищи и энергии. Это очень страшно. Надо где-то срочно энергию находить. Я думаю, население подрастет, да выработка тоже увеличится. Может, указ какой-нибудь посмотреть. Пока, я думаю, продержимся. Так, продолжаем раскопки. Физика. Улучшенный усилитель щитов.
Это частичками вот этими ЗРО. Так, энергокредиты, может это выбрать? Усилитель подождет, наверное. Так, энергокредиты выберем. Так, реликвию. Рубрикатор, кстати говоря. Так, урон от архива, оружие это плюс 15. Социологические исследования плюс 20. Ага. 2000 артефактов у нас предел. Так, ну чтобы его использовать, надо потратить сначала. Давай вот 500-ку потратим. Изучение артефактов продвинуло некоторые из наших исследований. Так, мирного применения давай нажмем. Так, использование благ. Содержание лидера. На пищу бы что-нибудь было. Давай вот это возьмем на руководство. Так, а продать мы за... В принципе, если что, энергию можем делать. Ладно, рубрикатор пока не будем использовать. Кодекс тоже. Так, давай вот это вот. Реальность перфорирована. Очки брони. Это классно. Так, сюда, потом обратно сюда, и потом давай сюда, наверное, будешь базу строить. Так, репстрой один у нас что делает? Отдыхает, да? Форпост строить. Так, тут у нас кто? Ребуч 6, аномалий нет, дальше пускай изучает. Так, первый идет сюда. Так, ракета хищник металлург производства. Если добывающие станции по логике вещей улучшит производство, то и энергии больше будет, поэтому берем. Так, звездное ускорение. Нам пока ничего не надо. Так, входящие сообщения. Орден Нумы. Давай не будем ничего брать. Пускай отдыхают. Так. По звуку, похоже, раскопки завершены. Убежище класса люкс. Центр управления оснащен внушительной аппаратурой для отслеживания космических бурь, принимающей показания атмосферных датчиков, расположенных на поверхности планеты. За несколько столетий работы в режиме ожидания компьютеры комплекса накопили огромные объемы данных о бурях, что немало способствует развитию нашей астрометеорологии. Кроме того, археолог обнаружил небольшой голографический проектор. Похоже, когда-то им часто пользовались. Устройство проецирует трехмерное изображение моллюскоида, рекламирующего свой товар. Существо, выступающее на фоне корпоративной символики, кратко описывает основные особенности убежища. Сложно сказать, удалось ли ему найти покупателя, однако комплексом определенно никто не пользуется уже очень давно.
Так, инженерные исследования и артефакты. Раскопки завершены. Так, посмотрим, где у нас еще раскопки есть. Ближайшие. Здесь, в принципе. Здесь надо быстренько завоевывать и копать. Тут пока не видать ничего. Вот тут еще раскопки у нас есть, две штуки. Надо застраивать тоже. О, аномалия. Так, тут товарищ отдыхает, а тут у нас что? Так, давай, думаю, форпостик построит здесь. Что по журналу можешь посмотреть? Так, дыра. Да где? Это здесь. Так. Это у нас здесь рядом. Странные потоки. Ага, о. Так, вода. Можно туда отправиться. В принципе, интересное местечко. А там успеется. Так, давай, где он? Вот сюда, на раскопки. А тут пока построится все это дело. О, улучшились базы. Сейчас еще им в очередь поставим. Кстати говоря, кто-то исследование завершил это системы или нет? Так, входящее сообщение на летчики. Что вам дать? Минералы. Не будем мы биться пока что с ними. Но кризис середины игры должен в 300 году быть. У нас еще есть 20 с лишним лет. Так, буря частиц обнаружена. Это у угасших, пускай будет. Караванщики. Улучшенная обшивка эсминцев. Вероятно, из-за того, что корабль является гражданским транспортом, его базы данных не были полностью почищены во время процесса вывода из эксплуатации. Поэтому, хотя на борту не было обнаружено ничего ценного, нашим специалистам, по данным, удалось восстановить частичные отсылки на неизвестные технологии чужаков. И отлично. Так, по флотам у нас какая сила? Блин, слабенькие они, конечно. Жестянщики. Так, 18, 8, 14, 27. Что у нас, кстати, по верфи? Новый мировой порядок. Что это у нас? А, это на планете что-то происходит. Где там наша беглая ученая? На планете Флан-2 появился харизматичный лидер, проповедующий радикальную доктрину всеобщего объединения. На пути нового мирового правительства стоит лишь одна группа относительно плохо вооруженных повстанцев. А зачем нам что-то тратить, когда мы будем просто смотреть и все? Пускай будем смотреть. Так, и... О, так, тихо. Мегапроектирование. Наконец-то. Вместимость хранения ресурсов. Лимит дуговых печей. Лимит роев Дайсона. Восстановление мегасооружений. Изучаем.
По-любому. Наконец-то. Так, аномалию кто-то нашел. Ага. Так, и сюда строить пропост. Тут, кстати говоря, где-то... А, вот изучил. Нет приказов. Давай вот это изучай. Так, археолог туда копать пошел. Этот сейчас достроит и сюда форпост будет строить. А то заберут раскопки наши. Ну, энергия что у нас? Минус сотка. Так, этот что отдыхает? Где тут что можно построить? Давай построим. Тут, кстати, планеты для колонизации. Может начать колонизировать? Безжизненный, идеальный. Может идеальный колонизировать? Счастье, миграция. Минералы. Идеальный мир. Не знаю, колонизировать, нет? Да мало районов. Ладно, пускай стоит. Ну-ка, а что в планировщике экспансии у нас есть? Ну давай, например, я хочу большую планету какую-то. Так, районы. Идеальный мир. Чё по мирам? Высокогорный. Значит, самый большой размер у нас 20-ка. Нам нужны континентальные. Мы можем еще брать реликтовые. Вот этот интересный. Его расчищать надо. Давай, где он? Нет, высокогорный не тот. А где реликтовый-то? Не понял. О, вот этот. Он у нас на территории находится. Крысы клептом. А, это же этот с рубрикатором, который. Во, может его колонизировать? Поставим базу, улучшаться здесь. Что у нас? 9 из 15. Можно. Улучшаем. Начнем колонизацию. Только раса основателей. Так, а что у нас? Куча всего появилось, да? Рост поселений. Неуправляемые. Что у нас лучше всего-то? Этот у нас со слизнем. А в чем разница? Так, тут все вроде то же самое. Выносливые. Так, слизень. Ну, это какой-то старый, немодифицированный, наверное. Ну, вот этот, что нам еще? Рубрикатор реликтовый назовем колонию. Пускай колонизируется.
Так, с ресурсами что-то говорят. Звездных нитей много. Надо использовать, значит, куда-то. А что мы можем? Скорость. А это что? Звездный сифон. Так, давай используем. Это потом дойдет уже. Можно будет использовать на физические исследования. Соперничество какое-то. А, ну и хрен с ним. Так, стабильность поставили. И дальше что изучать будем? Возможности счастья дают. Так, преступность. Не, не надо нам преступность. Скорость строительства кораблей. Ну, давай возьмем наращивание армии. Так, этот ничем не занят. У нас что тут можно построить-то ближайшее? Пускай, короче, сплавы копятся на корабли. Они нам нужны будут. Так, этот у нас строит здесь. Физика. Прыжковые не будем брать. Стоимость строительства. Прочность щитов. Возьмем стоимость поменьше. Звездное ускорение брать, не брать. Пока не будем. О! Дитя бурь возвращается. А кто это? Что это? Нам поступила удивительная сводка от экипажа научной станции в системе Саонии. Во время последней космической бури со станции едва не столкнулся загадочный корабль. Если верить наблюдениям, это тот же самый корабль, о котором докладывали совсем недавно. Экипаж станции сообщил, что корпус судна состоит из неизвестного нам сочетания органических компонентов, минералов кальция и металлических сплавов. Признаков органической жизни на борту не обнаружено. Мы предполагаем, что корабль либо управляется компьютером, либо каким-то образом передвигается сам по себе. Однако больше всего нас озадачило, что двигательная система корабля серьезно пострадала от космического мусора. По всем расчетам, он должен безжизненно дрейфовать в космосе. Если мы поручим научному кораблю внимательно следить за следующей космической бурей, возможно, ученые смогут приоткрыть завесу этой тайны. Так, завершает это кучу единства взять. Единство нам надо, или пускай лучше физические исследования. Пускай физические исследования будут. Так, я думал, проект какой-то будет, ну да ладно. Пробежимся по базам. По верфям. Так, основная это сбор. Сбор титанов надо построить. Здесь, может быть, для обороны что-то поставить или... стояночное место. Ангарный отсек. Галактические амбиции. Торговый узел. Так, что нам нужно-то? Или построить две верфи. Или защиты немножко поставить. Давай поставим немножко защиты. И в обороне. Что у нас есть? Ионная пушка.
Одну поставим. Так, дальше. Это колониальный корабль настроен. Где она находится? Ага, здесь. Сама база. Улучшаем, соответственно. Гидропонные мы здесь поставили. Верфи можно увеличить. Так, улучшение до цитадели пошло. Две верфи поставим. Пока что. И, я думаю, бункеры для ресурсов, наверное, поставим. Хотя нам пока не грозит это, ну да ладно. Так, Гурам, тут у нас колония вторая. Две верфи. Ставить бункеры или нет, не знаю. Глушитель связи. Система притяжения, батареи отражения. Давай отражение бурь сделаем, не знаю. Все-таки тут столица рядом. Так, здесь то же самое. И отражение бури. Так, здесь Ракарон у нас. Уже цитадель. Две верфи. И гидропонный отсек, наверное, раз тут его нету. Бункеры здесь стоят. Так, здесь тоже цитадель уже. Две верфи, и так как там планета, поставим немножко защиты. Станция слежения. Так, что тут? И гидропонный можно воткнуть. А, у нас, кстати, сплавов не хватает. До цитадели улучшать. Ну ладно. Так, тут. Это все звездные крепости у нас. Ну вот, ячейка последняя не открыта. Так, ну что, возьмем. Так, что, две верфи я поставил. На фланфе. Тоже давай две верфи. И гидропонный. Так, кослит. То же самое, две верфи. И у нас, по-моему, там станция слежения. Где-то должно быть у нас на производство энергии тоже штука. Регистратор коридоров. Транзитный узел. Что, можно отражение бури воткнуть? Давай воткнем. Так, здесь. В принципе, нормально тут все строится. Так, ну и здесь. Так, какое-то голосование. Государство Реп что-то там нарушает. Но мы-то мощнее вас. Мы против. Погоди, тут у тебя есть аномалии. Одна штука. Пускай изучает. Так, тут тоже. Может быть, что-то есть. Нет, здесь нету. Репуч новый. Так, ну давай. Давай сюда. Так, товарищ построил.
Давай добывающие. И дальше, наверное, расширяться сюда форпост. Аномалия. Изучаем. Так. Раскопки. Мы обнаружили место раскопок. Вечная память. Прям интересно. О! А, это дроны. И нам туда надо. Это кто? Псионический аватар. Надеюсь, он на нас не нападет. А тут у нас, наверное, границы закрыты. И как сюда попасть, вот интересно. А я хочу это место раскопок. Уничтожить мусорщика и как-то по краю сюда пройти. Притязание объявить на эту систему. А как объявить притязание? Космическая база. Война, соперничество. Притязание, во. Наш повод к войне не разрешает. А, подход. Притязание на это все за исключением случаев оборонительной войны. Я понял. Понятно, ясно. Укрепление. Это что у нас? А, это фланг 2. У повстанцев на планете фланг 2 мрачные перспективы. Силы унификационистов захватили власть в большинстве населенных центров планеты. Кандак насаждает единство железным кулаком. Любые протесты мгновенно подавляются. Ну и что? Нам-то какие проблемы? Так, это интересные раскопки. Так, систему изучили. И у тебя аномалия тут есть. А, он ее исследует. Так, звездные действия. 700 нитей. Ускорение ли это ждать? Пускай. Так, а ты аномалию здесь изучай пока. Так, последнее пристанище. Это у нас что? Несмотря на то, что шансы были астрономически малы, экипаж корабля Ребуч-1 все-таки сумел установить источник странных сигналов, пролетая через пояс астероидов. Это совсем крохотная конструкция инопланетного происхождения. Простое сканирование обнаруживает, что это какой-то ритуальный контейнер, содержащий останки некого космического путешественника. Откройте и изучите труп. Конечно, изучать. Вон сколько всяких этих бонусов исследований. Так, корабли. Знакомое святилище. А это что? Он что-то изучил там. А. Большая часть астероида была с превосходной точностью обработана лазером, чтобы он стал похож на маленький храм. Ребята. Святилище. Храм ребята. Может, наш? Типа нашей цивилизации.
святилище невыразимого, великого древнего божества-разрушителя из ряда древних ребятских мифов. Этот храм начал свой путь сквозь молчаливый космос задолго до того, как мы освоили космические полеты. Подобная находка взволновала многих из наших исследователей. Несмотря на пугающую природу открытия, ведущий ученый экстраперфекцион питомец предложил поискать другие объекты с характеристиками этого космического храма. Уже составлен список возможных кандидатов в соседних системах. Не будите спящих богов, но мы, конечно, будем будить, будем искать. И где у нас? Так, тут у нас эфирный дракон. Журнал. Проект Колосс. А, ну мы после мегапроектирования, я думаю, начнем Колосс изучать. Так, святилище древним богам. Второе, первое. Хорошо, что есть местоположение. Так, здесь. Это рядом. Так, журнал. Второе. Это где? Это здесь. Это следующее. Так, журнал. И третье. Вот они, три следом. Изучаем. Ему этим и заниматься. Так, а что у нас там по технологиям? Мегапроектирование 6 месяцев. Завершил принимать специализацию бастион. Молодец. Так, это кто? Бездна тут строится? Это холера, а? Это вообще нехорошо. Так, тебе, драгоценнейший добывающий форпост. И будем двигаться сюда. Эфирного надо уничтожить и забрать богатство. Так. Древние боги на пути к дарительнице. Корабль Ребус 4 из Покрова вошел в систему Сукиас. Его экипаж сообщает о том, что по орбите вокруг здешней звезды действительно движется объект, подобный святилищу невыразимого. Давайте исследуем, конечно. Высокогорный мир. Так, тут что? Так, вода. Владение. Так, надо быстрее восстанавливать дефицит энергии. Избавляться от него. Так, верность минус 100. А, это вассал, а это бастион у нас. Так, переговоры об условиях. Торговые переговоры. А тут что? Ладно, ничего не ясно. Микровселенная. Конец, начало. Мы совершили невозможное. Наша сфера пересекла космический горизонт и углубилась в неизведанные дали. На краю Вселенной нас ждало небытие абсолютное, но не поддающееся представлению отсутствия всего. Взглянув отсюда в ее центр, мы увидели, что все без исключения сливается в единую пространственную точку. Объем собранных данных можно смело назвать астрономическим. Однако задерживаться здесь не стоит. Такое безрассудство может нас погубить. Пора возвращаться. Так, физические исследования звездных нитей завершает исследование разлома. Отлично, и он поехал на следующий разлом. Где он у нас? Ага. Так, что-то появилось новое тут. Так, значение 1000.
позволяет вашим научным кораблям ставить один межпространственный барьер на червоточину Эльврата. Это здравая тема. Барьеры действуют 10 лет. Пригодится, когда Эльврата откроются. Если они откроются, конечно. Так, звездное расщепление. Ну, два раза из четырех мы использовали. Используем третий. Сейчас появится новый разлом. Кристальный архив. Минеральное скопление является голографической записью. Многосторонней, многогранной и полупрозрачной. Оно пребывает в целостности и сохранности в притягивающем луче корабля Ребуч-6. Но нашим экспертам понадобится некоторое время, чтобы расшифровать его содержимое. Для ускорения этого процесса запущен особый проект. Так, изучаем проект. Так, тут что? Нет приказов. Так, вот эту систему давай. Изучай. Так, разломчик новый. Звездный разлом. Где он у нас? О! Неплохо. Научную станцию. Так, что у нас по флотилии? Сплавов 4000. Титаны, кстати говоря. А, еще строится верфь, наверное. Странная передача. Вскоре после исследования звездного разлома в системе Светоч мы приняли странное сообщение. Ученые определили, что его источник находится по ту сторону разлома, но перевести смогли лишь несколько слов. Вывести на экран странная передача. Ага. А разлом у нас прям в системе, в родной. У этих, кстати, негодяев тоже тут разлом. Даже мегасооружения есть. Скважинные насосы. Интересно. Так, вывести на экран. Сонастройтесь с планами, мы вас найдем. Так, звездный бастион. Улучшаем. Из модулей поставим две верфи. Из сооружений отсек гидропонный, потому что там пока дойдет до этого. Так, разлом есть, станция улучшилась, отлично. Так, ух ты, это кто? Командует жестянщиками. Чё у нас? Так, флотилия, предел управляемости. О, сплавы. Может взять? Давай для прикола возьмем. Может, сплавы это подобывает, когда будет воевать. О, колонизация идет. Летит колонизировать. Кристальный архив. В голографических данных... Да тихо ты. Содержатся условия и положения трехстороннего торгового договора между тремя крупными инопланетными державами, которые когда-то имели власть в этом секторе галактики. Контекст... От нас ускользают, а подробности не имеют смысла, но ведущий ученый Винос Перфектс предположил, что эта находка окажется бесценной для совершенствования нашей собственной способности к коммуникации с инопланетными представителями. Искусство управления. Молодец, чё. Красавчик. System survey complete. Так, изучил. Ну и давай изучай дальше, наверное. Давай вот эту.
Так, надо бы навстречу вот это соединиться нам. Ну тут, в принципе, тоже неплохо, но тут ничего особо нету интересного. Ладно, пускай строят пока. Тут, кстати, системы не изученные, надо поизучать их. А мы еще археолога отправили на раскопки. Он где у нас? Он только едет туда. Так, это что? Ага. Так, цвет яда. Из-за токсичной биосферы. Это что? Это аномалия просто. Так, у тебя тут особый проект есть. Изучаем. Так, мегапроектирование, так понял, мы изучили. Металлург. Очки механической модификации, здоровье платформы. Я думаю, на автомат... А, нет, у нас есть мега-исследование в журнале. Колосс будем исследовать. Потом на авто поставлю. Так, и в стремлении... Колосс взяли, теперь можно взять галактические чудеса. Где они у нас? А чё надо? Чё улучшить-то надо? У меня есть. Как он называется? У меня же есть печка. Чё надо-то ещё? Давай посмотрим. Что мы можем еще построить? Ну, давай. Сфера Дайсона. Дуговая печь. Орбитальное кольцо. Трансляторами. Комплекс. Крупная орбитальная станция. Малая орбитальная. А что строить-то? Может, рой Дайсона построить? И тут, кстати, можно построить. Но его надо, насколько я помню, Рой Дайсона. В системе с одной звездой. Там, по-моему, такая фишка, что то ли планеты умирают, то ли что. Но тут у нас... Что у нас? Планета тут есть. Вот этих ребят. А, нет, тут у них это станция или орден. Ну, давай, наверное. Окутанный мир. Поставим, наверное, что? Пускай строят. Или что-то улучшить надо. Блин. Прям напрягает. Так, энергия нам нужна. И сюда давай. Базу. Так, тут что? Тут, конечно, науки много, но давай. Это потом сюда. Пропост. Осколыши. Высокогорный мир. Опа. А кто пропал? И почему пропал? Ах ты, урод. Вот жопа горит с такого вообще. С такого отношения. Куда пропал? Зачем пропал? Ну ладно. Сукин сын. Построил, падла, здесь.
Ладно. Так, что-то... Что-то в разломе исследуется. Ага, началось исследование. Так, малых артефактов будет много. Посмотрим. Так, пока нельзя, говорит. Планетарное решение. Где-нибудь можно воткнуть, наверное. Так, это тоже пока нельзя. Давай вот эту 500-ку. Это нам всегда надо. Так, и тут у нас аномалия. Изучаем. Что за аномалия? Цвет яда. Что насчет нашего флота? Титаны я так и не могу строить. Я еще сборочная верфь вот только строится. Так, физика. Квантовая катапульта. Мега сооружения появились. Так, и что же нам взять? И вот, кстати, вот когда вот это построишь и улучшишь, наверное, и откроется тогда у нас. Так, ну давай подумаем. Дальность сенсоров на всю галактику, это, конечно, отлично. Усилитель щитов или врата пока не будем. Сеть торсионных линз вокруг звезды обеспечивает оптимальную передачу захваченной энергии и ее использование для межзвездных перемещений. Мегасооружение. Может, научный комплекс взять сначала? Но энергии нету. Ну, там, в принципе, Рой Дайсона строится. Давай научно изучать. Тут что у нас? Тут у нас изучается в журнале. Тихо. У нас в журнале должен изучаться. Вот это изучается. И потом уже можно будет дальше изучать инженерные. Так, что он, кстати, строит там? Ага. Расшифровка пиктограмм в святилище Дарительницы прошла гораздо легче, чем ожидалось. Назначенные лингвисты описывают эти тексты как нечто знакомое, несмотря на древность и сложность грамматики, они без труда улавливали суть. Однако они отмечают, что в тексте говорится о крайне абстрактных темах. Мы не сможем полностью понять эти сообщения, пока не соединим их с другими текстами, связанными с божественным квадрумвиратом. Отлично. Поэтому следующую систему изучать. Раскопки тут еще. Дракон эфирный. На пути к неустрашимому. Корабль Ребус 4 из Покрова вошел в систему Гарденер, где его команда обнаружила еще один объект на орбите вокруг звезды, во многом напоминающий святилище невыразимого. Подавить и уничтожить. Так, это у нас фланф 2А. В общем, опустошение. А у нас исследования, ресурсы прибавляются. Жалко мне, что корабль у меня пропал. Подожди, вот он. Пропавший корабль. Так, а если я захочу сюда переместиться, как он перемещаться будет? А он вокруг пойдет. Так. Давай строить здесь будем форпост. Так, раскопки. Странные потоки, признаки сопротивления.
нарушения работы датчиков научного корабля на орбите планеты Целина-1 не идут ни в какое сравнение с затруднениями, возникшими на ее поверхности из-за аномальных магнитных колебаний от какого-то неизвестного источника, оборудование сходит с ума. Исследовать этот электромагнитный бедлам будет очень сложно, но со временем мы сможем найти ответы. Так, а это что? А, да. И кто у нас тут копает? Археолог. Угу. Пусть копает. Фиолетовый дождь. Дурт 2 и завораживающий фиолетовый дождь. Эти изображения, сделанные исследовательскими зондами с корабля Ребуч-1, каким-то образом оказались в руках культурной элиты на планете Реб. Хотя данное открытие не имеет научной ценности, выразительный образ цветных осадков привел к своего рода возрождению искусства, которое создают Реб. Это положительное влияние будет ощутимо на протяжении многих лет. Счастье плюс 10% 20 лет. Ну отлично. Так, этот что у нас? Нет приказов. Давай этот сюда изучать, а этот сюда. Так, черта у кого-то появилась. Это у нас кто? Колония 4, реликт. Так, государство, планета, единство. Так, что он у нас? Он для планеты у нас. И чё он для планеты? Использование благ, минус 10%. Промышленник. Так, чё там по развитию колонии у нас? Колонизируется пока. Так, какая-то фигня. Это чё? Неизбежный прорыв в знаниях. Это круто. Так, раскопки. Странные потоки. Как только отправленной на поверхность экспедиции удалось решить проблемы с неисправным оборудованием, сначала проясняется природа неистовых магнитных колебаний. Начала проясняться. Бушующие океаны и реки лавы на планете Целина-1 на самом деле представляют собой непривычную магму, а расплавленный металл. Обычно разогретые до подобной температуры металлы не обладают особенно сильными магнитными свойствами, и даже весь объем расплавленного металла планеты не должен создавать электромагнитные силы такого масштаба. Так в чем же причина? Ага, разлом. Огромные булыжники, которые обнаружил наш зонд, оказались яйцами с зародышами внутри. Вся эта планета – одна огромная площадка для выведения потомства. Судя по подергиваниям внутри, скоро вылупится целый выводок инопланетных детенышей. Обнаружить их мать нам пока что не удалось, но вряд ли мы ее проглядели. Каждая из этих яиц размером с нашу сферу. Кроме того, экосистема этой планеты не способна поддерживать такое огромное количество живых организмов. Так, где этот разлом у нас? А, это в родной планете. Ага. Так, получается, древние боги, экипаж корабля Репстрой-1, изучающий... А почему Репстрой изучает? Что-то я не понял. Изучающий систему. А как Репстрой изучает систему? Что-то кто-то попутал. В поисках святилища воспринимателя определенно не ожидал, что поставленную задачу будет так легко выполнить. Кто-то же
уже позаботился о том, чтобы найти искомое. Было нетрудно. На небесных телах вырезаны узоры, указывающие на вполне конкретное место. Я понял, но почему? Репстрой. А, он куда-то плывет. А, он просто в систему зашел, и нам сообщение пришло. Так, физические исследования 700, ты говоришь, да? Ну, пускай копится еще. Так, строит. А долго он будет строить-то? А, 22%, ну ладно. О, энергия увеличилась. System survey complete. Так, значит, проект. Проект изучаем здесь. Так, ну я думаю, на этом остановиться и потом продолжить. Ну, классная галактика получилась. Надеюсь, воду не уничтожит никто из этих злодеев. Они, в принципе, по территории маленькие. Надо развиваться побыстрее их. Так, ресурсы вроде выровнялись. Надо науку увеличивать. Ладно. В следующий раз поулучшаем все это дело. Сохраниться.